Андрей Семёнов. Опера «Фауст в аду». Мировая премьера. Исполняет Российский национальный оркестр, камерный хор Московской консерватории, солисты Фауст, Стивен Ричардсон, Мефистофель, народный артист России Вячеслав Войнаровский, Смерть, заслуженный артист России Владимир Огнев, Черти Дмитрий Лебедев, Владислав Кирюхин. Дирижёр Владимир Юровский. Завтра
обычай требовал, однако, соизволение моего. Но, впрочем, это ничего. Вы знаете, всегда я другу готова оказать услугу. Пойдем.